Многим из нас Македония ассоциируется с Грецией, хоть и находилась на протяжении десятков коммунистических лет в составе Югославии. Тем не менее, современная Македония в стародавние времена была частью Болгарского царства. Теперь Македония – маленькое независимое горное государство, не имеющее выхода к морю и окруженное балканскими соседями. Многие называют Македонию страной-фейком. Этого небольшого европейского государства много странностей, больше, чем у другой страны-фейка Азербайджана. Разница только в том, что последняя закрепляет за собой фиктивную историю за счет продажи нефти, а Македония путем переговоров. Впрочем, не буду забегать вперед. Если бы я прилетел в македонскую столицу Скопье еще 3 года назад, то оказался бы в аэропорту имени Александра Македонского, а страна называлась бы бывшая Югославская республика Македония. Так ее официально назвала ООН по настоянию Греции. Македонцам не нравилось это название, и в 2019 году страну переименовали в Республику Северная Македония. Тем не менее, Греция оставалась непоколебима. Она считала, что Македония должна отказаться от названия страны, так как Македония – это историческая область Греции, как и македонцы – народ эллинов. Современная же Македония населена славянами и не имеет отношения к настоящим македонцам-грекам, к их славным представителям-македонянам, один из которых – Александр Македонский. Изначально Греция даже независимость Македонии не признавала из-за того, что она в качестве государственного символа выбрала изображение Виргинской звезды. В конце концов, изменение флага в 1995 году греки признали. Но и этим все не закончилось. Больные темы греки для себя оставили. Из-за этого Македонии пришлось менять название страны 3 за 30 лет от Республики Македония и бывшей Югославской Республики Македония до современной Республики Северная Македония. Чувствуете связь с аналогичной ситуацией в Азербайджанской Республике, которая после обретения независимости от СССР оставила за собой название страны исторической иранской области Азербайджан и прикарманила иранскую историю героев этой страны. Правда, в отличие от Греции, Иран давно не предъявляет претензий к северному соседу ввиду сложного экономического положения в условиях санкций и религиозных мотивов. С героями в Македонии тоже не все гладко. И дело не только в Александре Македонском, чей памятник стоит на площади Македония и называется теперь «Всадник на коне». Чуть поодаль от него, через каменный мост эпохи османов, стоит еще памятник Филиппу II Македонскому, отцу Александра. Тут же, буквально в 2 шагах от Филиппа II, памятник создателям славянской письменности Кириллу и Мефодию, коих оспаривает уже не только Греция, но и Болгария. Из всех мировых знаменитостей, родившихся в Македонии, наиболее известны мать Тереза и Ванга. Но и они не македонцы. Одна этническая албанка, другая болгарка. И давно ассоциируются с Болгарией, где провидица прожила большую часть своей жизни. Скопье – город маленький, население едва дотягивает до 500 000. А здесь памятников куда больше, чем людей. Я не знаю, с чем связана любовь властей к памятникам всяко разным личностям, не имеющим отношения к Македонии, но наставлены они везде. Их тысячи, от античных персонажей Рима и Греции до современных и даже ныне здравствующих ученых, поэтов, художников. Видимо, с обретением независимости мэрии Скопье ничего другого не пришло в голову, кроме как натыкать всюду памятники, чтобы привлечь туристов. В таких случаях обычно говорят, чем бы дитя не тешилось. А Македония, как вы понимаете, дитя на руках старушки Европы. Беда в том, что самих македонцев в Македонии все меньше и меньше. Молодые работают за рубежом, а старшее поколение живет за счет их переводов и собственных пенсионных накоплений.
Впрочем, это можно сказать обо всех странах Юго-Восточной Европы. Разница лишь в том, что только в Македонии население от этого не уменьшается, а наоборот увеличивается. Места эмигрирующих македонцев занимают албанцы и турки, прибывающие из Косово, Албании и Турции. Всюду караван-сараи, улочки турецкого стиля, мечети, турецкие бани, албанские лавки, базары, кофейни. Просто мусульманский Восток. И ни разу мне не доводилось услышать македонскую речь. Только турецкая и албанская. К моему удивлению, все имеющиеся сувенирные безделушки тоже не имели отношения к Македонии. Магнитики с видами Турции и Албании, турецкая и албанская утварь, головные уборы, даже флаги. Всюду только турецкие и албанские флаги. Впервые я столкнулся с ситуацией, когда в какой-то определенной стране мне нужно искать представителя стержневого народа. Что касается христианских церквей, то они вроде как есть, но не особо заметны. А все потому, что во времена османского владычества христианам запрещалось строить свои храмы выше мечетей. По этой же причине главный храм Македонии 1824 года, церковь Святого Спаса в Скопье, наполовину находится под землей, уступая высоте любой мечети Скопье. Есть в Скопье местечко, куда приезжают паломники. Дом-музей матери Терезы. Правда, с большой натяжкой это заведение можно назвать музеем и уж тем более домом Терезы. Дом, где родилась Агнес Годжи Боэджио, она же Тереза, не сохранился. С целью привлечения туристов мэрия Скопье построила дом-музей, но экспоната в нем почти нет. Кстати, она была одной из первых мировых личностей, кто откликнулся на беду в Армении в 1988 году. Во время Спитакского землетрясения мать Тереза прибыла в Армению вместе со своими сестрами милосердия, привезли с собой медикаменты, занимались ранеными в больнице, выполняли посильную работу. На то время матери Терезы было 78 лет. Несмотря на это, женщина ухаживала за молодыми людьми, которые едва могли передвигаться. В нескольких метрах от дома-музея матери Терезы на площади Македонии, справа от Александра Македонского, стоит памятник царю Самуилу, самодержцу Болгарии и Македонии, сыну армянской царевны Рипсиме. Как я говорил выше, Республика Северная Македония долгое время являлась частью Болгарского царства. А учитывая, что местная знать часто заключала узы брака с византийскими монархами из армянского рода, то и трон был смешанный. Например, царь Болгарии и Македонии Петр I, правивший империей почти 40 лет, с 927 по 969 годы, был женат на византийской принцессе Ирине, дочери византийского царя, армянина Христофора Лакапина. Отроком Петра I и Ирины был и другой царь болгарского царства Борис II. Однако одним из самых почитаемых в истории Болгарии и Македонии является Самуил. Он не знал поражений, а царство при Самуиле только расширялось от Черноморья до Адриатики. Беда случилась только на 17-й год правления Самуила во время битвы с византийцами в Клейпедоне, современный Благоевград, Болгарии. Тогда император Василий II Болгаробойца, кстати, тоже армянин по национальности, ослепил всех болгарских пленных воинов, оставив им по одному глазу, чтобы те могли найти дорогу домой. Царь Самуил скончался от сердечного приступа после своего катастрофического поражения над византийским царством в октябре 1014 года. Несмотря на то, что вместе с его кончиной пришел и конец всему болгарскому царству, Самуил так и остается национальным героем Македонии и Болгарии. В Македонии именем царя Самуила названы дворцы, мосты, улицы, площади и даже
национальное блюдо – плесковица, царь Самойл. Как вы поняли, следы армян в этой части Македонии исходят из Средневековья. И дело не только в царских династиях и дворянах. По многочисленным документам путешественников описываются и армяне. Этот народ селился из других болгарских земель и составлял свою купеческую прослойку. Позже, уже в конце 18 и особенно в 19 веке, увлеченные науками местные армяне стали получать образование в университетах Венеции, Вены, Лейпцига и возвращались в Македонию известными врачами и фармацевтами. Именно медицина их привлекла, что дало название династиям армянских врачей в Скопье, Охриде, Прилепе, Тетове и других городах этой горной страны. Сегодня в современной Македонии насчитывается всего 300 армян. Небольшая часть живет в горах в деревне Ерменчич, армянская. Большая же часть сосредоточена в городах. Среди известных армян Македонии выделяются такие имена, как главный архитектор города Скопье Ясминка Намичева, она же возглавляет музей Скопье, или ученый-историк, почетный консул Северной Македонии в Японии Коста Балабанов, основатель первой на территории Македонии рок-группы Лебе Сол, которая живет с 1970 года и сейчас, Горобет Тавитян. Он же основал и другую группу Тавитян Brothers, солистами которых являются уже его сыновья Горо Тавитян и Диран Тавитян. Их группа уже популярна среди современной молодежи. Что ж, я вам рассказал о маленькой стране в центре Балканских гор Македонии и связи этого государства с армянами. Но очень скоро мы переберемся в соседнюю Болгарию, история которой тесно связана с армянами с начала Болгарского царства и по сей день. Следите за выпусками «Антитопора», подписывайтесь и предлагайте подписываться ваших близких.